Всем привет, с вами Хомсам. И сегодня у нас влог одного дня, потому что у нас в городе ярмарка, и я решила вам немного ее показать. Сегодня дел полно. Покажу вам, как проходит мой еще один день. Сейчас накрашусь, расчешусь и... Привет, язва. И пойду на ярмарку, смотреть, что там привезли, и покупать для друга игрушки. Он попросил, поэтому у меня уже даже есть задание. Ярмарка проходила в нашем городе Невинномысск 4 мая перед ДК химиков. Там продавались сыры, колбасы, свежие овощи, фрукты, а также люди могли продавать свои изделия. Сейчас вы увидите на экране прекраснейших людей, которые согласились на съемку и показали свои изделия. Конечно же, все ссылки будут в описании, поэтому, если что, переходите, ребят, приобретайте. На самом деле, я очень рада, что в нашем городе есть очень много талантливых, творческих людей, которые не стесняются показать свои работы. Когда будете приобретать у них работы, то, пожалуйста, передайте от меня большой-большой привет. Мне бы хотелось в будущем сделать наш маленький город намного известнее, и именно известнее благодаря творчеству и талантливым людям, которые здесь проживают. И, может быть, даже сделать что-то совместное, вместе собраться и создать что-то уникальное и поистине прекрасное. Будь то выставка или какой-то совместный проект. Думаю, все возможно. В общем, хорошо сходила я на ярмарку. Я всякое понапокупала, купила еще другу как раз-таки то, что он хотел, и поснимала прекрасных людей, которые занимаются творчеством, которые продают свои работы. Все ссылки на них будут в описании. Также после ярмарки я решила заглянуть к своей бабулечке, так как она живет недалеко, и, конечно же, ушла не с пустыми Короче, руками. Я уже дома. Покажу вам, что я другу купила, на чем попросил. Это вот такая вот зайка. Смотрите, какая миленькая, дом. 1400. И вот такой вот лемурчика енот какой-то, 1100. В принципе, неплохо, миленько, круто. И сейчас покажу, что я себе взяла. Еще заглядывала же к бабуле. Она мне тут передала пасочку, потому что завтра 5 мая, Пасха, все дела. Еще всех там с праздником, не знаю, но уже с прошедшим, потому что я буду выкладывать это видео в понедельник. Вот траву-мураву. Для того, чтобы заваривать, не подумайте ничего такого. Это мокрица называется. Мне ее часто заваривать, ну, пить. Вот такой вот значочек миленький за 170. Просто посмотрите на эту прелесть. Но я не могла просто мимо пройти, потому что, ну, он шикарен. И от милейших девчонок там. Все, покажу вам. Я себе стикеров понабирала. Вот такой вот стикер с Hello Kitty и какими-то вот ее друзьяшками. И еще вот такая вот собачатина, милая просто, посмотрите на эту прелесть, а? Я не могу, мне так нравится. И вот такой вот котейка, ну, потому что, ну, вы видите, насколько он миленький, но я не могла удержаться. Всего 100 рублей вышло вот эта вот вся прелесть. Надо будет узнать, как в следующем году на такую же ярмарку попасть, что-нибудь тоже, например, какие-нибудь свои картины попродаю, почему нет. Ну, и еще я планирую потом заниматься кожей, поэтому, может быть, какие-нибудь браслетики кожаные тоже. Короче, посмотрим. Сейчас я дома, чуть отдохну, позанимаюсь, ну, приберусь, помою посуду, это я уже вам показывать не буду, потому что я уже показывала. И после этого мы должны встретиться с моей подругой, с которой я вам говорила как-то, Лёня ее зовут. И мы давно уже не виделись, очень давно, может быть, год или несколько лет, ну, короче, прям, да. И, как бы, не знаю, буду там снимать или нет, но если что-нибудь, да, посниму. Вот, как-то так. И вот я уже на всех парах мчусь к своей подруге, которую не видела 2 года. Боже мой, как же быстро летит время. Я не успеваю. Эта мадемуазель потащила меня в шоколадницу и все оплатила. Боже мой, иногда я чувствую себя и правда содержанкой. С подругой мы встретились где-то часа в 4, а расстались уже часов в 12. После такого конкретного отдыха, обжиралого. В общем, классно погуляли. Когда мы вернулись домой, сил у меня уже не осталось, и поэтому я не смогла заснять окончательную часть. Поэтому, ребятушечки, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где мы с вами очень сейчас активно общаемся. Подписывайтесь на ВК-группу, где я делюсь своим творчеством. Подписывайтесь на мой Бусти, где есть уникальный контент за маленькую копеечку. И можете еще мне донатить в Donation Alert. Вот так вот. Еще раз спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока-пока.